Что такое великое освящение храма? Это похоже на таинство крещения. Мы точно так же, как младенцы или взрослого человека, сначала помазываем благовонными мастями, омываем, и после этого приступает к купели крещения. Таким образом, можно сказать, что до сего дня храм здесь, в Тигаре, был как бы еще готовящимся к крещению, оглашенным. А теперь он становится полностью освященным, воспринимает всю полноту благодати. Самые стены его помазаны святым миром, тем самым, который мы все с вами один раз в жизни помазываемся в таинстве крещения. Таким образом, полнота благодати Христовой отныне пребывает в этом храме. На веки веков –